теперь едем в... Куда? В пещеры. После такого завтрака, да, надо в пещеры лезть. Ехать нам где-то час. Мы два раза разворачивались, и вот только да. Первый указатель на мраморную пещеру, да? И вот это вот получается село Мраморное впереди. Ух ты, тут какое-то озеро. Маленькая, да? Домики так раскиданы, да? Так, ну а теперь вот такая вот дорога до пещеры. Потихоньку. Ну да, такая вот гравийка, да. Потихоньку, хотя там вот перед заездом на такую дорогу было написано, что джипы, да, такси на пещеры. Да, тут вид, конечно. Красивый, несмотря на то, что деревья голые. Ну еще даже кто-то есть, да, сзади. Даже перегонят, да? Впереди сейчас одну машину увидит. И вот сзади тоже кто-то. А какой-то регион сзади. Местные. А 82-й, да? 82. Ну, 80, да? Какой-то такой овраг. Это кажется, что мы едем, а представь тебе, на хуторе, там примерно 700 метров. Вот 10 раз проехал туда-сюда. Вот какой тебе. Какой овраг, да? Это ж мы по склону едем. Там куда-то налево, Сержень. Тут вообще было написано, что это заповедник, да? Кордон. Это налево. Ой, альпинские лесничества. Да, альминское лесничество. Национальный парк крымский. Олени разводят.
Пока были только местные машины, да? Не, вот сейчас, ну это тоже местная, да? Как наши дети хотели, да? Питбайк. Кажется, такая маленькая дырочка. Кажется, мы подъезжаем, да? Куда-то, да. Куда-то подъезжаем, да. Ага, тут уже тоже кто-то приехал. Ваше место назначения находится справа. Так, мы прибыли на место назначения. Тут сразу при входе туалет. Просто поняли, что нас так трясло на той дороге, что без туалета никак. Видно какое-то поселение внизу. Купили мы два билета, есть три варианта, 700, 600 и 500. Вот мы купили два за 700, через 25 минут у нас будет экскурсия. Теперь ждем. Пока ждем здесь, на территории. Тоже цветочки. Пользуется радиоаппаратурой. Зал надежды, балкон обычный рывок, мы с вами не посетим. Да. Ой, тут порожек. Все где? Я тут. У меня на медне была группа, каждый идут, в обязательном порядке, как заходите еще раз сразу, говорю, смотрите под ноги, будет порожек. Но были такие инциденты, что не так. Скажу, с этой группой стоит мужчина с женщиной, подозреваем у жену, и мужчина у женщины спрашивает, кому он собрался ногами порожек? Она говорит, уши чистит, он сказал, смотрите под ноги, будет порожек. Чтобы ты не навернул. Когда, собственно говоря, мрамора там в Крыму нет, мрамора в Крыму. Все, что видим, это будет один известняк. А существует его более 20 разновидностей. Ну, в частности, мраморовидный, кварцеобразный, слезоподобный, исландский шпат, мухмель. Видов достаточно много, так вот, даже мраморовидного. Находится карьер, называется мраморный. Кстати, я проезжаю на стороне остался. Там ведутся разработки мраморовидного известняка. Щебенку для учения. Название уж больно красивое. Мы взяли его и приватизировали. Да, взяли каталог, международный пещер. Посмотрели, пещера с названием мраморная не существует. Такой проводник, как мрамор, даже в принципе, я повторюсь, даже в принципе, не может образоваться пещера. Порога слишком твердая. Ну вот сейчас есть пещера с названием мраморная, только мрамора здесь. Внизу растут сталагмиты. Когда они срастаются, получается колонна, называется сталагнат. Даже не шахта, это пещера. Задавайте вопросы. Устаньте задавать вопросы, мы хотим бы сказать. Мы нас огорчили. Рамора нету, пойдем обратно. Все, еще не поздно, там не могут даже еще не поздно. Мы думали, не рамора, потому что это надо. Меня это видят совершенно не глухо. Мне было три мака, получается. На три мне хотелось.
туда пространство. А если закрытого типа есть закрытый, открытого типа человек зашел, будет сам туда пространство, и не это принимает его. Возвращается, вот, вещает билет и приходит. Есть за, закрытый форма. Собственно говоря, это стороны так и называются этим пещерами. Кстати, хотел бы заметить, что это визитная карточка мраморной пещеры. Если, допустим, какую-то рекламу дает, обязательно будет присутствовать изображение этого фонда. Обязательно. Но в данный момент мы с вами уже находимся в галерее, которую назвали «Галерея сказок». Кстати, почему название такое получилось? Ну, в основном дети, да не только дети стараются найти образование, которое на что-либо похоже, ну не знаю, там на зайчиков, белочек, бегемотиков. Могу сразу сказать вам, со мной, в этом отношении очень-очень не повезло. Я не просто решил на воображение, я его много прошу. У меня информация другого плана. Я не экскурсовод, а спиновый научный работник, поэтому моя информация коренным образом отличается от того, что рассказывает экскурсовод. Ну, например, у нас есть такой экскурсовод Лариса Дмитриевна, у нее экскурсия такая, ну типа. Налево посмотрели беременную статую свободы, направо посмотрели ежик в тумане. Где она это находит? Я подумал, наверное, это тяжелое положение. Я потом оказал, что это очень просто. Она художник. У меня мышление, у меня взгляды были. Включайте воображение, это оно у меня отсутствует. А вот включайте. Я вымываю кальцит, кальцит СО2, я выключаю шею пленочки, она осаждается. Вот как книжка. Одна страничка ничего не стоит, вы положите 10, 100, 1000 страничек. Вот, как вы сюда попали, нашли 12-метровый глубинный колодец, мы спустились, и вот на этого колодца лежал огромный, просто огромный череп с большущими чертами, даже 15. Мы подумали, у кого таких руки можно быть? Ну, сами зубовали. Это череп тигра, вот эту пещеру и зарегистрировали. Это рассказывает такую вещь. Как будто рот открыт. Да. Ой, а тут ну, какой-то... Ладно, под ногами. Что-то глянь. Такое интересное. Причем кажется, что это все сделали люди, а не природа. На глубине предела 26-27. Второго есть сердечко. Так вот из-за того, что на этой площадке есть эти сердечки, у нас эта площадка называют площадка влюбленных. Есть такое поверье. Если на этой площадке парень поцелует девушку, или же наоборот, то в их жизни сложится все самым лучшим образом. То есть... Опа, понеслось. Бред полнейший. А если на всякий проверено случай? Лично? Даже пробовать не надо. Я здесь двух будущих женщин, а не со мной. Дорогая, иди ко мне. Я связался с нашей пещерой, не связан никаких легенд, я рассказываю, потому что пещера была обнаружена всего лишь на все в 1987 году. От этого она была запечатана, закрыта, не было ни входа, ни выхода. И все, что нам придумали, придумали наши студенты. Кстати, пещера была обнаружена случайно. Дело в том, что здесь раньше недалеко была воинская часть, сейчас у нас там наша турбаза находится. И вот солдатики в эту воинскую часть тянули линию электропередач. Ну, грубо говоря, столбы ставили. Порода твердая, чтобы эту породу, скажем так, кирками не долбить, а нервы крикли с помощью взрыва. Я после одного из таких взрывов образовалась воронка. Они позвонили в СКС, СКС это Симферопольский клуб спелеологов. Наши ребята приехали, спустились, здесь подарок такой, такая огромная пещера. Хотя, знаете, многие экскурсоводы, я имею в виду экскурсоводы, которые привозят организованно, ага. Да.
все увидели, что все ушли. А когда летом? 9 градусов, влажность 98%. Стабильная температура и влажность имеют значение зима, лето, осень. Плюс 9. Даже пещера имеет свой температурный режим. Вот рядом, что недалеко находится пещера, именно Баркасой, там немножко холоднее. Там плюс 5 градусов. Есть такая пещера, называется Бальтазарская. То есть пещера немножко комфортнее температура, там плюс 12 градусов. А на Карабине есть пещера, которая называется Бузулук Каба или Большой Бузулук. В той пещере стабильная температура в любое время года. Минус 4 градуса. Если там сталактиты, сталагмиты есть, они изорудуют. Да, у нас в Крыму есть своя ледяная пещера. Десятки тысяч, грубо говоря, у вас есть немножко сделано. Мощное землетрясение. Вы присмотрите, все пластами. Волнорез такой получается. Вот как на море ставит волнорез, чтобы причалы не разрушались. Давайте лучше другой пример приведу, чтобы было понятно. Есть такая игрушка, называется маятник Ньютона. Планочка, монеточка 50 медведский шарик, и берете крайний оттенок, после вас отскакивает это крайний. Те, которые посередине, даже не двигались. Вот тоже самый принцип работает здесь. То есть вся сила, мощь этого землетрясения наверху проявляется. Но, а с другой стороны, когда говоришь, так часто говорят, да подождите, но глыбы-то падают. Вот пока сегодня принял форму купола. Форма купола. Это самая надежная форма. Это все летело вниз. За две полоски. Где? Там. Думаешь? Да. Вот такие образования, с природом называют поцелуйчик. Скоро срастутся, поцелуются, сталактиты, сталагмиты. Часто вопрос задают, насколько скоро? Один кубический сантиметр этих образований растут от 100 лет до 1000. Чем вода интенсивнее капает, тем быстрее происходит. Совсем чуть-чуть. А я здесь интенсивного дотока не вижу. И замечу, точно возраст этих образований определить невозможно. Но давайте я вам приведу какой-нибудь пример. Такое ощущение, как будто это искусственное. Да, да, как будто это человеком затея. Ага. Похоже на вот эти же храмы и дворцы, да? Ну да. Почему такие эффект на руки? Да потому что подсвечивает. Если за ним фонарь выключен, он будет такой же стерень, не значит, как все остальные. Таких образованных вещей очень много, но они не подсвечены. Этому повезло. Его подсветили, не больше, не меньше. Вот и таких образованных вещей очень много. Он больше всех, потому что подсвечивает. Ну, мне как будто даже льва такого волосатого. Считается озеро. Как цветная пленка собирается по краю, и начинаются такие перегородки. На самом деле это не озера, это гуревые ванны. От французского слова гура, плотина. Вот я повторю, здесь недалеко у нас находится вторая пещера, а именно Эйбархаса. Вот это настоящее озеро. Глубина она бывает от 3 до 5 метров, вода чистейшая, как слеза. В Чехии, в Словении, в Словакии есть вообще подземные озера таких размеров, что по ним курсируют небольшие купины. Ну а допустим, когда хороший паводок проходит, там затяжные... Почему название такое получилось? В конце зала темный проем или проход, как хотите. Немногие с правой стороны этого прохода видят королеву, а с левой стороны видят королеву. А я вообще ничего не вижу. Вообще. Ну, очень многие, достаточно мало красивых ходячих образований. Вторая причина, зал по колено занесен такой вязкой, как пластилин глина. Проблематично было оборудовать. И все же, основная причина, почему зал не стоит делать экскурсионный.
Все, теперь идем обратно. Еще одна экскурсия в тигровую пещеру будет. Опять ступеньки. Да. Опять ступеньки, да. А здесь концертный зал. Здесь прям концерты проходят. А это считается озера. Вот любые водные образования считаются озерами. Еще вон такая же. Это не просто озеро, это озеро желаний, можно просто уметь и загадать желание. Но сразу хочу заметить, чем вы больше суммы, тем быстрее исполняется желание. Сразу можно принимать картой. Вы знаете, на самом деле мы специально выбрали это место, где люди могут посоединить деньгами. Потому что часто спрашивают, где бросить монетку, чтобы, скажем так, вернуться в пещеру или желание загадать. Так вот, если бы эти бумажки монетки разбрасывали все пещеры, пещера там мусор, выбрать это место. Но люди, которые выходят, если у вас 4 человека, то было более короткий маршрут. Вот можно потихонечку подниматься на поверхность. Ну, помогает, да? Да. Если есть желание, можете перейти, чтобы выйти на кассу, доплатить там по 100 рублей. Еще два человека. Мы даже полный заплатили. Нам все. Пожалуйста. Женя! Женя! Голову смотри. Какие мы здесь девочка. Здесь? Да, что-то? Сейчас интересно, вот цвет вырубают, да? Такая паника через сейчас. Ух ты, кафе, не смотри. А это уже, видишь, головой выбили уже проходы, правда? Шахтеры дверку пробили. При таких условиях хорошо хранится вино. Вот ставим на кринич. У нас будет сделать бензин, вино. Для проверки вино на травах со специей. Вот там тоннель. Мы сделали все единым комплексом. Заходим в пещеру Белоху. Самое короткое маршрут, по галерее сказано. Ну, год за годом, кусок за кусок. Мы делали маршрут деньги. Видимо, это раньше был естественный ход, через который человек автомобиль сюда и попал. Но оставлять открытым нельзя было, чтобы не изменился микроклимат. Тот глина, который вы носили, либо до половины, это же самое глина и забили.
Ну, собственно говоря, на этом действительно можно сказать, что пещера Бельмонта закончилась. Да, собственно говоря, наша экскурсия к финалу подошла. Если у кого-то из вас какие-то вопросы есть, пожалуйста, задавайте. Я сюда в гости ем на них отвечу. А когда дожди идут сюда, попадают? Да. Я повторяюсь, в некоторых местах очень интенсивно поступает вода. Такой душ Шарко получается. А наша пещера не затапливает. Объем слишком большой. Вы знаете, я каждой группе, которая себя слушает, в обязательном порядке эту фразу, говорю, если есть вопросы, задавайте, с удовольствием отвечу. Она же мне недавно не было. Вот два фамилия. Да, какие-то храмы, да. Да, 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 какие-то песчаные, да? Замки из песка. Здесь как будто род дракона какой-то, да? Правильно, это же типа хозяин, да? Пещеры. Все, дверь. Угу. Ура! Тут уже какая-то группа. Собралась. Ой, вид, конечно, потрясающий. Это так громадка была. Ну да, какая-то штука есть. Либо все так транспортировали. Все, теперь сейчас мы по такой дороге немножко проедем. Сосны пошли, хоть и зеленение какое-то, а то пока еще деревья стоят все голенькие. Голенькие, что за слово, да? Каждый судит в меру. Не надо, просто так звучит. Голое дерево звучит намного лучше, чем голенькое, знаешь. Потихонечку, ну можно доехать, да? Да можно свободно, нормально довольно. Просто что не разгонишься, вот 17-18, ну до 20 это максимум. А так в некоторых местах даже там 7 километров в час. Назад быстрее. Потому что с горки, да? Да, все время с горки. Все, выехали мы. Увидели асфальт. Так радостно, можно переключиться на третью. Да. Поехали уже направо. Уже на пятую. Даже на пятую? Это вот центральная остановка. Сейчас мы едем в Судак. Написано, что примерно 2 часа, да? Угу. До Судака. Вот Алушты.